Поздравляю наш клуб с 70-летием. Это народная команда и много болельщиков не только с Белоруссии и со всего мира поддерживают эту команду, я знаю. Хочется пожелать побед тех, которых уже потихоньку закладывается то, что мы прогрессируем, и та система, которая работает «Динамо», в частности, это зависит от руководства, работает в правильном направлении. Я уверен, что победы придут, они не за горами. И для всех команд белорусского чемпионата это флагман, куда должны стремиться спортсмены. Уметь доказывать, учиться и показывать людям страны, что мы достойный клуб, достойная команда.